сегодня собрались в таком прекрасном зале на наш заключительный концерт фестиваля, посвященный Юрию Тугаринову. Я в коротком выступлении просто в первую очередь хочу сказать огромное спасибо всем, кто вложил свой труд, любовь в это прекрасное дело, в ту музыку, которую вы исполняли, это ребята, и ваши родители, безусловно, и, конечно же, педагоги, которые с вами работали. Но специально хочу еще поблагодарить тех, кто сделал огромную организационную работу. Это члены городского экспертного совета, это наша прекрасная жюри, которая прослушала очень много коллективов. Это директора школ, на базе которых состоялось много-много прослушиваний. Всем вам огромное спасибо за большой прекрасный труд, потому что фестиваль наш действительно прошел на очень хорошем уровне и творческом, и организационном, и нас это очень всех порадовало. А вы знаете, что в этом фестивале приняло участие около 140 хоровых коллективов. Трудно себе даже представить, правда, такое количество. И пели на фестивале около 7000 детей. 7000 детей. Из них наша жюри, уважаемая, выбрала 25 лучших хоровых коллективов. Представляете, да, из 140. Вот. И сегодня на нашем заключительном концерте мы послушаем некоторые из этих хоров, потому что, конечно, 25 просто не вместились бы в этот прекрасный зал. Послушаем самые лучшие, самые интересные программы. И, конечно же, еще раз поблагодарим и поздравим всех тех, кто стал лауреатом и получил какие-то особенные призы, которые мы сегодня еще объявим. Ну и я желаю нашим исполнителям и маленьким таким красивым, которые стоят на сцене, тем, кто сидит в зале, маленькие, большие, вдохновения, чтобы сегодня у нас получился действительно настоящий концерт. Желаю всем нашим слушателям, а мы же с вами слушатели, да, не только исполнители, внимательно все слушать, обязательно громко-громко хлопать, потому что это очень вдохновляет. Ну и всем нам получить удовольствие от музыки. Спасибо. Начинаем заключительный концерт Московского фестиваля современной хоровой музыки, посвященного композитору и хоровому дирижеру Юрию Тугаринову. На сцене хор второго класса хорового отделения детской школы искусств имени Баха. Руководитель хора Ольга Анатольевна Телина. Партию фортепиано исполняет Инна Александровна Лужецкая. Александр Гречилинов, стихи Соловьёвой, «Подснежник». Thank you.
итальянская народная песня в обработке Долуханяна. Четыре тарабана и сверчок. Русский текст Батинского и Микерса. Солистка Шишкина Анна.